Омские болельщики с нетерпением ждали возвращения футболистов Иртыша на домашнюю площадку. И 27 сентября обновленное поле в крытом манеже «Красная звезда» было готово встречать спортсменов. Я думаю, у всех ощущение большого спортивного праздника. К нам вернулся в город большой футбол, к нам вернулась наша команда. Сегодня им предстоит первый матч на обновленном стадионе, где перестелили поле по национальному проекту «Демография» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Заменили освещение, которое полностью соответствует всем требованиям футбольной национальной лиги. Вообще, в принципе, стало очень красиво. Насколько я заметил, поменялись сидушки администрации «Красной звезды». Ждем начала матча. По залу вы видите, что просто полный стадион в рамках тех 30%, которые были дозволены решением оперативного штаба. Я думаю, если бы не было никаких ограничений, зала бы просто яблоку было негде упасть. Все пришли поболеть. Я уже видел идущих фанатов, поющих речевки и песни. Ну, поэтому, я думаю, игра должна получиться очень интересной и красочной. И, конечно, будем болеть за наших ребят. Я уже болельщик, ну, не с таким большим стажем, но вот около 5 лет уже слежу. И это первый матч в городе Омске после возвращения, поэтому, конечно, пришли с девушкой. Дарья пришла первый раз, поэтому надеемся на победу. Чтобы сегодня была первая победа. Да, что серия поражений придется. Игроки Иртыша сумели оправдать ожидания своих болельщиков. На домашнем поле наша команда одержала первую победу в сезоне. Эмоции только положительные. Очень долго мы ждали этот приезд. Не совсем у нас на чужбине получалась игра, брать очки. И все, не будем скрывать, очень надеялись, что, вернувшись домой, мы одержим сразу же первую победу. Выходили играть только на победу. Другой задачи у нас даже и не было. Поэтому все довольны, все рады. Получилось то, что мы планировали. Теперь любители футбола с нетерпением ждут следующих матчей и успехов Иртыша, а также появления в городе нового стадиона на 15 тысяч зрителей, который планируется построить по соглашению с Федеральным министерством спорта и Российским футбольным союзом. Мне кажется, в Омске футбол будет довольно популярен, и стадион только разовьет интерес к этому виду спорта. Омск не только хоккейный город, я считаю, потому что мне самый интересный футбол, я считаю, что в Омске это хороший толчок для развития массового футбола. Ну а очередной матч омской команды состоится в манеже «Красная звезда» 9 октября в 19:00. Соперником Иртыша станет московский клуб «Торпедо».